Когда пиар отличается от рекламы, мы уже с вами говорили. Чем отличается хороший пиар от плохого пиара? Длительностью. Когда люди говорят, что жаль, что это был только пиар. На самом деле они говорят о том, что их поматросили и бросили. Вот когда отношения продолжаются, когда информация постоянно доходит до умов пользователей с обычной регулярностью, то это воспринимается уже как естественное обхаживание. Поэтому короткий пиар, плохой пиар, длинный пиар, правильный пиар. На одну ночь. Это по-детски.